Так, короче, такие вот, вот такие дела. Вот я вывернул покрышку. Как ставить небескамерную покрышку на небескамерный обод? В принципе, я показывал, вот тут вот ниппель, автониппель, за 30 рублей с Алика. Ну, такой нормальный, он стальной, правда, он дохуя весит, кто любит там алюминиевый. Это не тот. Вот высох же герметик. Вот высыхает все время посередине полосочка. Вот так вот с этой стороны просто крошечки эти все поотпадали. Вот, вот так вот оно все поперезасохло тут. Засохло. Вот я ее вывернул. Вот это вот так выглядит уебично. Вывернул. Вот она сутки. Это кевларовая складная. Кенда это смолблок. Вот она у меня провисит вот так до завтра. Завтра мне тормоза придут новые. С радиаторами. На колодках. Короче, в общем, я выверну ее обратно. Я вот взял вот эту хуйню. Стружку эту или как там, блядь, камни эти вот, которые поотвалились, вот. Засыпал их вот в эту хуйню, блядь, тюбик с герметика беспонтового с Алиэкспресса. Ну и, короче, трясу там, ну это хуйня все. Залью просто воду и поеду. Серийный номер на покрышке. И поеду, и все. В общем, вот так. Вот как легко сделать бескамерку, без, не бескамерный обод. Это обычный обод Штерн, алюминиевый, двойной, 25 мм ширина наружная, 23 внутренняя, лента с Алиэкспресса зеленая, плюс там блески в герметике были. Все, завтра выверну обратно, сразу сядет на компрессоре он через дорогу, волкашка, и будет работать. А вот это вот 300 лет уже. 300 лет висит, охуенно держит. Ну, просто воду, когда я залил, я показывал, передняя была нерабочая. Теперь задняя вот. И все. Как бы так легко. Вот, кстати, тормоза. Старенькие зумы мои. Говорят, там какой-то материал хуёвый или еще что-нибудь. Такие приятные, красивые. Охуенные тормоза. Эти долбоёбы. Брендодрочеры, блядь. На своей Шимане помешали. МТ-200, говорит, не купи. Пиздец, аж смешно, блядь. Где МТ-200, где эти зумы? МТ-200. Вот и езди сам на своей МТ-200. Ебло ушатое. Будешь, блядь, носом клевать, блядь.